Всем привет! Сегодня снова Zero Tolerance, и это одна из популярнейших моделей от Zero Tolerance, и при этом популярнейших складных ножей. Данная модель не такая популярна, как мы ранее показывали 223, но эта модель также находится в топ-50 складных ножей в мировом рейтинге. И давайте с упаковки начнем. 640-й Emerson является дизайнером данного ножа. Упаковка стандартная. Внутри имеется привычный в виде документа паспорт, где краткая инструкция по эксплуатации и некие гарантийные обязательства. По ножу давайте покажем его еще ближе. Видно покрытие смешанного характера, то есть спуски в сатине, а верхняя часть stonewash. Карбоновые накладки рукояти в серо-зеленом цвете. Спуски видим прямые. Шайба с рифлением по обуху завинчена крестовым винтом. И в структуре рукояти, она из титанового сплава, имеются такие аккуратные, недостающие дискомфорта поперечные насечки. Нож прекрасен. Гравировка контрастная, ZT. И на обратной стороне привычная маркировка стали CPM20CV, Emerson Design. И по замку надежный фреймлок. Видим, как четко запирает. Не переходит слишком, но в то же время нету каких-то недоводов. Все в этом плане достаточно комфортно и надежно. Такие же насечки в нижней части, что и сверху, да, для цепкости, поскольку G10 здесь как таковую шероховатость не имеет. Больше, видимо, сделан акцент на эстетику. Клипса широкая, имеет сквозные отверстия, гравировка и ориентирована по заднюю часть, но при этом на противоположную сторону реверс имеется. Видим в сложенном состоянии, все строго по центру. Удобная шайба для открытия как правой, так и левой рукой. Ассиста здесь нету, все на естественном механизме и динамике. По спуском сказали. Давайте характеристики перечислим. Общая длина ножа составляет 216 мм, клинок 96 мм, в сложенном положении 121 мм, ширина клинка 25 мм, по обуху 3,8 мм. По рукояти толщина 14 мм, ширина 25 мм. Вес данной модели составляет 125 граммов, и в принципе никаких увесистых впечатлений нет. Средний комфортный нож для своего размера, вполне даже выглядит немножко легковатым. Но это мои ощущения. На фрейме также видим вставку металлическую. Нож очень комфортный и выглядит, конечно, эстетически прекрасно. Не зря его популярность зашкаливает.
Ну что, на показе, пожалуй, все. Вкратце перечислили. ЗТ-шка 640-я. Всем спасибо за просмотр. И увидимся при следующем показе. Пока.